Анонс и точно дата выхода 11 серии турецкого сериала «Три Куруша». 11 серия сериала выйдет в эфир 24 января. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Аднан рассказал Эфи о том, что один из его пациентов поделился с ним проблемой, которая его сильно мучает. Имена, находящиеся в папке, которую он предоставил Аднану, показались очень знакомыми. Начальник сказал Эфе, что серийный убийца оказался почти у них в руках, и ко всему прочему его разыскивает Билен. Теперь у Эфе нет никакой необходимости постоянно находиться рядом с Карталом. Сахир вернул пистолет и значок Эфе. Вечером он должен будет привести Картала в участок, и на этот раз против него имеется достаточно улик. Картал пришел за Бахаром и сказал, если она готова пойти вместе с ним в неизвестность, то он будет этому очень только рад. Низих не собирается оставлять это дело просто так и приказал своим людям, чтобы они нашли его дочь. Картал должен будет умереть, пока окончательно не прилип к ним. Ферхан никогда не сможет забыть, как поступили с ним и его матерью. Но даже он не забыл того, как поступили с отцом Картала. Он считает, что этот мир наполнен людьми, которые готовы всего лишь за пару копеек отправить невинную женщину в могилу. Ферхану и Карталу слишком рано пришлось стать мужчинами, но они всеми силами боролись за то, чтобы выжить в этом мире. Картал считает, что это дело не Ферхана, а его личное. Он пытается выяснить у своего отца, где находится Ферхан. Напомним, 11 серия сериала выйдет в эфир 24 января. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.